Сгоревшие дома и пустые улицы. Телеканал Евроньюс побывал в городке Малам-Фатори, расположенном на севере Нигерии, на границе с Нигером. На днях коалиция военных сил Чада и Нигера освободила этот населенный пункт от боевиков исламистской группировки Боко-Харам. Представитель армии Чада объяснил, что здесь располагался командный центр Боко-Харам, откуда экстремисты осуществляли нападения на районы в Нигере и в регионе Лак на территории Чада. Местная жительница рассказывает, что боевики Боко-Харам захватили деревню 5 месяцев назад. «Мы уехали отсюда и спрятались в лесу, а потом вернулись. Группировка Боко-Харам забрала молодых женщин и насильно выдала их замуж за боевиков. Когда пришли военные, они покинули деревню и забрали женщин с собой. Остальных убили. Боевики бежали во все стороны». Военные Чада говорят, что спецоперация по освобождению Малам-Фатори продолжалась сутки. Погибли 9 чадских военнослужащих. Точное число убитых экстремистов на данный момент неизвестно. С места событий передает корреспондент Евроньюс Луис Карбалио. Война против Боко-Харам ведется на приграничных территориях между Нигерией, Нигером, Чадом и Камеруном. Участие коалиционных сил в этой наступательной операции, в особенности военных из Чада, впервые за много лет меняет сложившуюся ситуацию. Джихадисты несут потери. Луис Карбалио. Desde Nigeria para Euronews.